Друзья, и снова всем привет! Сегодня мы снимем самое простое видео для нас, ну а для вас оно может оказаться такое сложное, и этот видос, скорее всего, наберет очень много просмотров. Кажется, все просто, но не каждый человек знает, как заварить кашу Геркулес, быстро завариваемую. Итак, в первую очередь, вы должны почитать на упаковке Геркулеса, в каких пропорциях он заваривается. Допустим, на нашей упаковке указано, что, значит, залить можно Геркулес либо кипятком, либо горячим молоком, или йогуртом, или кефиром в соотношении на 2 трети стакана хлопьев 250 мл жидкости кипятка на 3-5 минут. Итак, смотрите, значит, 2 трети, как определить, что такое 2 трети? К примеру, если у вас стакан 200-граммовый, да, вот как у нас, значит, 2 трети, как определить? Значит, 200 грамм делим на 3 и потом умножаем на 2. Это получается 2 трети. То есть мы используем 2 части вот этого стакана, а третью часть не используем. Если у вас стакан 300-граммовый, то, соответственно, 300 делим на 3 части, получается 100. И мы 2 части используем из них, 100 умножаем на 2, получается 200 грамм. Вот здесь мы, значит, в 200-граммовом стакане 2 части его используем. Ну, грубо говоря, чуть меньше полстакана. Так, смотрите, еще такой лайфхак. На дно тарелочки возьмите щепотку соли, добавьте вот сюда. Теперь берем хлопья и хлопья высыпаем. Все, геркулесик высыпали. И теперь нам нужно его залить кипятком. Инструкция, еще раз повторюсь, на упаковке. А вот так вот выглядит геркулесик в пакете, внутри упаковочки. Теперь нам нужно отмерить 250 мл кипятка. Значит, что мы взяли? Мы взяли пустой вот этот вот 200-граммовый стаканчик из-под геркулеса. Это 200 мл будет кипятка. И 100-граммовую стопку. Из них мы половинку нальем, а это получится у нас 250 мл кипятка. Ну и как всегда, в процессе приготовления еды принимает участие наша кошка Маша. Машенька, передавай привет подписчикам. Маш, ой, вот так вот она передает, она сегодня спит. Наливаем кипяточек. Есть. И теперь аккуратненько выливаем кипяток в геркулес. И накроем чем-нибудь тарелку. Вот мы накрыли крышкой, подходящей по диаметру. И 3-5 минут будем его заваривать. А тем временем, пока заваривается первая порция, мы сейчас будем заваривать вторую. Итак, подготовили 250 мл кипятка. Насыпали в тарелку 2 трети стакана геркулеса. И сейчас зальем кипяточком. Смотрим, как это все делается еще раз. Дубль 2. Залили 200 мл. И теперь полтинничек зальем. Вот так вот. Возьмем тарелочку, подходящую по диаметру. И будем заваривать сейчас две порции. 3-5 минут. Итак, смотрим, что же получилось через 5 минут. А получилась кашка. Значит, сейчас я вот так вот размешаю. Потому что снизу соль же была, правильно? Теперь нужно ее просолить, подсолить. Вот, эту кашку, значит, мы будем кушать с тушенкой. Мы приготовили заранее тушеночку, чтобы каша была сытная и мясная. Как делать каши с тушенками, посмотрите рецепты на нашем канале. А также, если вы научитесь малосолить огурцы, вы будете просто молодцы. Посмотрите, этот рецепт есть на канале. Огурчики просто бомбочка. И еще небольшая реклама. Мы научились делать домашний квас. И это огромная экономия денег. Поэтому обязательно научитесь делать домашний квас. Он вот такой вот получается. И вы будете экономить семейный бюджет, потому что хороший квас стоит дорого. На этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся. До новых встреч. Пока-пока.